Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. Прощание с Доренко не состоялось. Следственный комитет России запретил выдавать тело журналиста. Прощание с известным журналистом Сергеем Доренко на Троекуровском 12 мая не состоялось. Выдавать вдове тело журналиста запретила полиция. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко ушел из жизни 9 мая, на 60-м году жизни. Журналист возвращался от своего друга, почувствовал себя плохо во время управления мотоциклом, упал, и спасти его не удалось. Медики констатировали разрыв аорты. В то же время дочери Доренко засомневались в такой причине. Они написали заявление в полицию о том, что их отцу могли подменить таблетки. В связи с этим между родственниками Доренко произошла перепалка. Дочери журналиста выступили за то, чтобы захоронить отца, а супруга Юлия выступила за кремацию. Однако, по мнению дочерей, такой способ может уничтожить доказательства возможного отравления. Перед смертью Сергей Доренко был в гостях у своего друга Бронислава Виногродского. Он рассказал, что в их последней беседе Доренко много говорил о бессмертии, философствовал на различные темы, а вся их беседа, по словам самого Виногродского, была одним большим знаком. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.